Բարև Նարեկ ջան։ Բարևներ։ Նարեկ Էկելա։ Վարոնեժից։ Վարոնեժից։ Ստալիցը Չեռնոզեմիա։ Այո։ Նարեկ ջան։ Ուզում եմ, որ դու на русском спрошу, чтобы наши российские армяне тоже понимали вопросы и ответы. Как ты узнал про наш проект? Почему решил приехать сюда, в наш лагерь? И что тебе это дало? О проекте я узнал из интернета. Ссылку мне отправил друг, который тоже очень хотел приехать, но по объективным причинам, уважительным, у него, к сожалению, не получилось. Мы с ним вдвоем планировали приехать. Вот. Когда мы увидели эту информацию, у нас просто, без сомнений, мгновенно зародилось это желание поучаствовать в нем, потому что это всегда у нас где-то в подсознании витало, такого рода мероприятия. Мне кажется, любой армянин в связи с сложившимися сегодняшними обстоятельствами, когда нашей родине угрожает опасность, так или иначе думает о возможном участии своем в ее защите. И поэтому такого рода проект, который тебя подготавливает, позволяет тебе приехать и своими глазами посмотреть эту местность, специфику региона, вот, был для нас очень интересен. Ну, уезжая, вот завтра мы уже уезжаем, ты можешь проанализировать и понять, что тебе дало, что ты отсюда заберешь с собой? Ну, в первую очередь, если вот я думаю о своем отъезде, это мысли о том, что отъезд будет очень болезненный, потому что невероятная природа. Прежде нигде не сталкивался с такими красками, яркими красками насыщенными. Невероятный рельеф, ландшафт, я не знаю. Сейчас я вернусь в эту серую обыденность, в которой я с самого детства жил, и буду каждый день думать о этих красках. Очень болезненный будет отъезд. Анализ, конечно... Анализируя, конечно, можно сказать то, что под руководством очень опытных инструкторов за столь короткий срок мы получили достаточно объемную информацию. Дни были очень насыщенные, вот, и тактическая подготовка, и физическая подготовка, и теория, и практика, вот, очень грамотно все было спланировано, и в связи с этим, конечно же, это богатый опыт, который можно будет применить, потому что я считаю, если ты думаешь, что вот там будет война, не будет, ты приедешь, это очень мало. От того, что ты приедешь, ты не принесешь пользу. Пользу можно принести только будучи эффективной единицей. Надо понимать задачи, надо быть способными к их решению. Поэтому такие сборы однозначно необходимы, если человек болеет сердцем за свою родину, если он чувствует себя сопричастным. Потому что любой армянин, который чувствует свою связь с родиной, не может оставаться в стране. Не бывает такого, что твоего брата или какого-то члена твоей семьи обижают, а ты на это смотришь со стороны. Просто уже стоит вопрос того, насколько масштабно ты эту семью чувствуешь. Для меня вся Армения, все армяне – это вот тот мир, частью которого я себя чувствую и очень болею, переживаю за ее и радости, и, к сожалению, так скажем… Горечи. Горе. Несчастье. Но мы, знаешь, как говорим, мы одно тело. Мы одно тело. И поэтому, когда что-то с членом тела происходит, ты всегда переживаешь за него и хочешь сделать так, чтобы ему стало, ну, допустим, зуб болит, хочешь вылечить его, идешь к стоматологу. Так и с нацией. Мы духовно соединяемся и становимся одним телом. Вот ты сказал про это, про то, что твоя нация – это для тебя как одно целое. Вот общение в коллективе, вот здесь ты увидел, познакомился. Вообще абсолютно незнакомые люди были. По поводу ребят, только могу одно сказать. С детства меня всегда преследовала мысль, что я себя чувствую чужим среди своих и своим среди чужих. А вот здесь именно, на этой площадке, если так ее можно назвать, я нашел единомышленников, людей, чье мировоззрение мне близко. Мне особенно памятны будут те вечера у костра, когда мы, так скажем, в неком диалоге, делились мыслями, обсуждали, где-то спорили, где-то были единогласны. Но, тем не менее, это те люди, ну вот, когда вот твое сердце вот чувствует себя комфортным, как пазл, ты в своем месте. Поэтому, конечно, вот касательно ребят, тоже для меня большой
открытие. Большой, большой подарок судьбы было повстречаться, познакомиться с этими ребятами, узнать их ближе. А вот говоря об этом же, ты что пожелал бы тем ребятам, которые также живут в России и, возможно, себя также чувствуют? Что бы ты им сказал? Что бы я сказал ребятам? То, что мужчина должен действовать. Одно дело то, что ты, возможно, согласен с нашими мыслями или еще что-то, но это не мужская доля. Мужчина должен действовать. Если ты считаешь то, что ты должен принести своей родине пользу, вот ВОМА – это прекрасный проект, посредством которого ты сможешь приблизиться к этой цели. Вот. Потому что мы... Основной упор проекта идет на изучение местности и возможности действовать на этой территории. Понравились уроки альпинизма, стрельбы проводили? Да, как я уже упомянул, распорядок был очень насыщенный. Огневая подготовка, конечно, оставила самые яркие впечатления. Даже... будучи проходя службу в армии, как бы опосредственно мы ездили на эти полигоны, это все не такой яркий оттенок наложило, как наши, потому что было очень захватывающе, если так можно сказать. Да. Альпинизм, конечно, в свою очередь тоже пересечение бурной реки, это все интересно. Если, в принципе, помимо того, что это, конечно, все связано с безопасностью нашей родины, также это имеет свой некий туристический ключ. Конечно, это все очень интересно. Живая природа, естественная среда, максимальное с ней воздействие, то есть полный контакт с природой. Да, здесь видишь всю красоту. Да, я серьезно говорю, очень болезненно будет уезжать. Ну, надеемся, еще увидимся. Но я надеюсь, этот отъезд будет недолгий, потому что летом в августе тоже сборы, и мы с другом обязательно приедем. На этот раз он говорит, что нет, никакие причины его не остановят. Все, тогда мы будем ждать. С радостью ждем новых наших братьев отовсюду. Я думаю, посредством его общения с моими товарищами очень многие люди загорятся. Конечно, не все сразу, может быть, решаются, просмотрев информацию в интернете, приехать. Но когда из личного общения я до них доведу ту атмосферу, которая здесь царит, вот эту атмосферу тепла, братства, я думаю, этот интерес... не обойдет никого стороной. Как наши девчонки, да, с нами наравне бегают, да, ходят. Я порой поражаюсь их, если так можно сказать, мужественности, выносливости, потому что были моменты, когда мне самому приходилось немного тяжело, там, по каким-то субъективным причинам, где-то что-то берцы износились, и я смотрел на девчонок, которые наравне где-то также трудились и... не жаловались. А потом еще и кушать надо готовить. Да, девчонки молодцы. Но это девушкам, которые хотят приехать, чтобы не боялись, никто их не заставляет, они сами проявляют свою... Не, девчонки у нас прекрасные. Ладно, Нарекджан, тебе желаем счастливого пути, доехать, добраться до своих родных. Надеемся, что скоро увидимся на нашей родной земле. И дай Бог, чтобы это все переросло в нечто большое, великое. В укрепление нашей родины и, наконец-то, заселение этих земель будущим нами, нашими единомышленниками, это не беженцами, к сожалению, как в Сирии война приезжает, а именно целенаправленно, соображая вот это, видя эту всю красоту. Ну, это мечты, и должны мечтать. Мечты материальные. Да. Я, в свою очередь, хотел бы поблагодарить проект ВОМА за эту возможность, потому что это именно вот тот магнит, который притягивает вот эти сердца единомышленников. Поэтому я выражаю глубокую благодарность ее организаторам и, в первую очередь, Парону Вартанову, потому что этот человек вносит очень неизмеримый вклад в армянство, если вот так это можно сказать. Вот, всех агитирую приехать летом, потому что из каждого, я сам в первый раз приехал, насколько из разговоров я могу судить, из каждого сбора в сбор
набираются обороты, все больше интереснее, насыщеннее. Да, да. Поэтому все в предвкушении уже летнего сбора. Всем, ладно. Всех благ, удачи. Давай, спасибо, Наликжан. Тебя счастливого пути.